Да, есть такая информация, действительно готовят, и действительно, скорее всего, что люди выйдут. Но люди выйдут не за деньги, люди выйдут по той причине, что они испуганы. Посмотрите вокруг. Ну, посмотрите, вот вы сейчас все друг друга, мы все, не вы, мы все ругаемся, до каждого своя правота. Кто-то пытается с кем-то объединиться. Вспомните самый главный вопрос. Ради чего пацаны выходили на Майдан? Но они же, наверное, не ради этого выходили. Не ради этого они, наверное, жизнь свою отдавали, чтобы кто-то богател из олигархов. Наверное, не ради этого, чтобы судью не могли отправить. Наверное, не ради того, чтобы бабушка не могла купить себе окорочок. Наверное, не ради всего этого выходили люди на Майдан. Помните, у вас записано было в самом начале, в соглашении вашем. Вы же обещали бандитам тюрьмы, вы же обещали все ваше коалиционное соглашение. Я готов был отдавать за это свой голос. Только все эти законы почему-то ушли в никуда. Они умерли, они утихли. И судьи в последний момент только всовывают. Поймите, люди выйдут защищать себя. Они выходили уже два раза защищать. И второй раз не политические силы выводили их на Майдан. Я сам приехал на Майдан, потому что в тот момент... Потому что нельзя было жить по-другому. Так вот я хочу сказать, что либо вы сейчас, мы сейчас объединимся, либо люди действительно выйдут, потому что мы не способны обеспечить их будущее. Готовы ли люди выйти, мы спросили у наших телезрителей.